Давно это было. В одном калмыцком селении жила женщина. И был у нее единственный сын. Веселый и добрый юноша. А как он играл на зурне! О, все вокруг пускались в пляс. Даже барашки. Правил той стороной злой хан. И каждый месяц пропадали из селения люди. Приезжали слуги хана, уводили человека, и больше его никто не видел.